Вот так выглядит Индия. В 5 утра. Просто у них метро так далеко. Метро. Прямо рядом. Да, у нас стрелочка. Какие-нибудь есть визитки? Где это проходит? Майор-Вихар. А до Майн-Басара какая станция метро добраться? Нью-Дели. Нью-Дели, да? Хорошо, спасибо. Плюс, что тут тепло. Вон спят эти чуваки, которые работают тут. А что он должен работать? ЧВК какая-то. Как не в Индии. Ладно. Естественно, не работает. А вот тут написано, кстати, цены. Цены. Нью-Дели 60. Шиванджи стадиум 50. А это вот так вот еще? В метро заходить? Возле вокзала каждого проверяют, каждого ощупывают. Нужно сдавать все вещи. Показывать. Вот, но мы прошли. Все пока хорошо. Понаехали. Метро Дели. Будем считать, что мы ничего не понимаем. Но будем надеяться, что также логика такая, как в Москве. А где мы находимся? Вот тут вот я где-то, терминал 1, вот. То, что аэропорт, вот я вижу, да. Терминал 1G. У нас очень длинное название, из трех где слов. Ты? Где? Ага. Ну, да. И куда нам надо? А Нью-Дели где? Ищем пока, не можно идти. Нью-Дели, сам в центре, да. А вот наша Рамакришна Шамарка, не рядом. Вот. Вот наше вот это. А что там происходит? Я не понимаю, это наша сирень, а ваша Нью-Дели какая? Что-то непонятно, это оранжевая. Так это оранжевая, понимаешь? Потому что, так в принципе, это она сейчас? Одна ветка. Мы вот где, вот видишь, аэропорт. Ну вот. Все, мы едем по одной линии, выходим, да. И все. Да там, в принципе, по прямой. Да. Не факт, но может быть еще на вот этой красной ветке. Нет, вот, видишь, можем. Мы вот. Тут. А, ну все туда ну, просто. Потому что рыжая, это с аэропорта прям просто прямой, получается. Мне не Нью-Дели очень повезло, у нас просто на это фиолетовое. На одном пешочку пройдемся. Хотя я не знаю, сколько там пешочков пройтись-то. Не, ну, рядом я думаю, что да, минут 5. Нью-Дели стейшн. Да. Это будет весело. Он там вводит, программирует. Видишь, эти чипы, они одинаковые. И он программирует, куда она. Три. Они все там. А, они все тут, да? Нет, надо три. Какие тут-то? Нам еще говорить, нет? Что-то много получается. Давай больше. А how much? 61. Station. One, yes. А 20-то это не твои? Нет. Two. Ужас.
20. Уже 60. Було 20 тільки що. Примерно вийшло в 1 долар. Airport Express. І так приблизно вийшло 1 долар. Дорожче, ніж в Москві. Що нереально. Чому таке пустое, туманне? Чому? Туман внутрі, це странно, да. Є спеціальний вагон для дівчаток. Чудесно. Ну, боюсь, что меня не пустят специально в вагоне. Тебя точно не пустят. Для девочек. Вот тут, по всей видимости, идет поезд. И нужно ждать, пока откроются дверки. Скажите мне. Это, знаешь, это как... Вокзал. Алиэкспресс. Угу. Вот это вот примерно, это специальная ветка. Все, я понял. Да, кстати, написано «Алиэкспресс». Поэтому она считается как самая дорогая. Типа для работы, может быть. Да, да. Если жарче, жарче. Вот так вот. Это специально. 1 доллар. Нет. Не в 10, а в 6. Это пока еще не предел. Давайте рассаживаемся, да. Он еще и показывает каждую эту крапочку, каждую точку показывает во времени. Начинает держать. И нужно второй раз еще отдавать эту монетку. Вот это настоящий хаос. Это серьезно. Мама. Мы по GPS с пешочком. У нас время пару часиков. Есть до рассвета. Где? Индия.
Это да, серьезный уже уровень. Main Bazaar. Main Bazaar, объясни ему. Main Bazaar. Видишь, вот. Видите, вы не умеете с индусами. Даже я понял, что он тебя хотел. Бей мышки, нам и дашь. Где? Нам и дашь, а сам. Мама, вы. Не гей, дашь мулер. Meu Deus! Que isso? Мы как-то неправильно идем, мне кажется. Thank you.
Ninguém daqui é saber. Não só a gente, é elas mesmas. Вот так вот получается. Мы встретили, получается, трех девочек, еще одну девочку, еще индусов, и нас индусы ведут туда, куда нам надо. Выше без них бы мы никак не справились. Даже не знаю, как бы это произошло, если бы их не было. Как мы бы вот в этом хаосе вдвоем с Габриэль искали дорогу, спрашивали бы у индусов. Что без комментариев, как вы понимаете. Я сам еще не понимаю, что происходит. Мы несемся куда-то. Базар. Он все скрытый. Где? Окей, now it's not big, big, big. Okay, now come here and pick. Вот, собственно, и все на этом наше небольшое приключение и видеопутешествие в центр Нью-Дели. О том, что будет дальше, как мы ходили по мейн-базару, о том, почему наши зарегистрированные заранее номера в отеле были аннулированы, и как мы искали ночлег в Нью-Дели, смотрите в следующем видео. А пока не забудьте поставить свой лайк, подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе последних видео. И, конечно, переходите в следующее видео по ссылке под этим видео. Пока-пока!